рассмотрим первую задачу. Эта задача скорее не по криптографии, а по теории чисел. Значит, нам даны два числа. P и P в 2018 степени плюс 800. Известно, что оба эти числа простые. Нам нужно доказать, что число P в четвертом плюс 8 также является простым. Для решения этой задачи докажем следующую лемму. Если число x дает остаток 0 при делении на 3, то есть сравнимо с нулем по модулю 3, то x в квадрате также сравнимо с нулем по модулю 3. А если x не сравнимо с нулем по модулю 3, то есть дает остаток либо единица, либо двойка, то x в квадрате сравнимо с единицей по модулю 3. То есть любое натуральное число, которое является квадратом другого натурального числа, сравнимо либо с нулем, либо с единицей по модулю 3. Давайте это докажем. Доказательство этой лемы очень простое. Нужно рассмотреть все возможные остатки для x при делении на 3. Это 0, единица или двойка. И, соответственно, по правилам возведения сравнений по модулю в квадрат, мы получаем, что в данном случае x в квадрате сравнимо с нулем, здесь x в квадрате сравнимо с единицей, а здесь x в квадрате сравнимо с четверкой по модулю 3, что, в свою очередь, сравнимо с единицей по модулю 3. Теперь мы этим воспользуемся. P в 2018 — это квадрат какого-то натурального числа. Это P в 1009 в квадрате. Тогда P в 1009 в квадрате по доказанной нами лемме дает остаток либо 0, либо единица при делении на 3. Давайте рассмотрим первый случай, когда число P не равно 3. Если число P не равно 3, и так как по условию число P простое, то число P не делится на 3. Значит, P в 1009 в квадрате сравнимо с единицей по модулю 3. 800 сравнимо с двойкой по модулю 3. Тогда мы можем сложить эти два сравнения и получить, что P 2018 плюс 800 будет сравнимо с 3 по модулю 3. Но по условию это простое число. При этом мы можем видеть, что это простое число строго больше, чем 800. Мы получили, что оно делится на 3, но тогда это число не может быть простым. Таким образом, этот случай невозможен. Тогда остается единственный случай, когда P равен 3. Если P равно 3, то, соответственно, P простое, удовлетворяет условия задачи. P в 2018 плюс 800 также простое, потому что нам сказано, что оба этих числа простые, а это единственный возможный случай. А тогда посмотрим на число P в 4 плюс 8. Ну, его можно просто посчитать. Это 81 плюс 8. 89. Оно тоже простое, что и требовалось доказать.